Гау, победители нескольких всесоюзных конкурсов композиторов, композитора и пианистки Татьяны Георгиевны Смирновой. Thank you.
концерт со 20-летием Сергея Есенина. И одно из самых замечательных произведений было написано для ансамбля русских народных инструментов. В данном случае запись ансамбля русских народных инструментов «Сказ» прозвучит на родине Сергея Есенина.
Хвалимся тобой. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только роща в сентябре осыпает мозги алкоголем. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ночи маячит больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Ты ведь не на...
водолазовой, что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Не помню,
стал взрослым, там уж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Нет.
исполняет Елена Золотова и лауреат международных конкурсов, обладатель гранта Фонда русского исполнительского искусства Татьяна Калашникова, орган. Пожалуйста, внимание.
«Песец» по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фонтан». «Хан Гери», «Мария», «Набег», «Молитва в ночи», «Бахчисарайский фонтан». Исполняет легендарный дуэт Андрей Гетман, Татьяна Смирнова. Thank you.
опять направил. Thank you.
Георгиевна, дамы и господа, начинаем второе отделение концерта. Все, наверное, слышали о том, что сейчас непростые времена. Длятся они с 90-х годов. И прежде всего, в такой сложный период страдают дети. Хотя мы все живем ради детей, не только ради своих, вообще ради детей. Потому что знаем, что это будущее. Мы умрем, они останутся. И те песни, которые они выучат в детстве, они будут петь всю жизнь. Но, к сожалению, детский репертуар, произведения для детей сейчас днем с огнем не сыщешь. Композиторам писать для детей невыгодно. И вообще как-то это для детей сложные произведения спеть они не могут. А что там писать про котят, про щенков? Когда я увидела сборник с произведениями для детей Татьяны Георгиевны, я увидела, ой, какие замечательные песни, как бы они обрадовали наших детей. Но была удивлена реакция некоторых родителей, которые сказали, ой, а почему это мой семилетний? Мой 8-летний ребенок будет петь про мышонка. Про что же ему петь? Не про мышонка, оказывается, не про котенка, не дай бог, не про поросенка. Ребенок петь не может. Он должен петь про, на английском, про нечто такое, к чему он физиологически не готов. Но зато это исполняется на эстраде. И происходит что? Развлечение для взрослых за счет детей. Татьяна Георгиевна, мы вам очень благодарны, что существуют ваши песни для детей. И эти песни дети любят. Выступает хоровой класс «Орлята» детской музыкальной школы, точнее теперь уже детской школы искусств имени Козловского. Первое произведение «Дрема». Солистка Милена Кончиди. Николай Бухалев.
Маша Лушникова и Женя Ольков.
Thank you.
Таким образом, возникло трио, которое существует уже несколько лет. Трио Ledge Artis. Музыканты шутят. Опус 62, номер 2.
большой.